Всем привет! Сегодня мы, вы, наверное, меня не знаете, да. Ну, я представлюсь. Я Варька, и сегодня мы поиграем вот в такую игру. Я тут уже пытаюсь выбить детеныша. Я уже где-то год не играла в эту игру, и поэтому только что в нее зашли. Я еще почти, видео и не снимала. Поэтому моя вот жена беременная, пытаюсь получить себе детей. Сегодня мы поиграем также онлайн за детенка. Нас должны удочерить. И пока нас не удочерят, мы не закончим видео. Также мы там еще поиграем. Также. И вот, если она будет много есть, то у нее будет прибавляться опыт. Ну, также, когда у нее заполнится шкала, у нее она станет розовая. Сказать так можно. И она у нас нервирует, поэтому она сначала отходит, подумает там, а потом уже ест. Думает, как назвать и все такое. Вот сейчас опыт у нее вот такой. А, нет, он уже у нас розовый. Ну, сейчас он заполнится, и мы должны прийти домой и поспать. Также, таким образом она родит нам за эту ночь. И сама, кстати, не почувствует. О, Лиса, как раз таки нам надо три. И мы будем ее продать. Ну, не надо, потому что... Какой у меня... Вот. Я так помогаю своей жене. Так вот, мы чисто такая любовная половиночка. Ну вот, я же, точнее, она что-то. Вот в эту игру я видела такую же. Но если вот эту скачать, то это будет не конкретно. Короче, пропускаем рекламу, что нам борочить, Так, какой у нее там опыт? Да, уже 2000. Ну, а нам примерно, получается, осталось 7000 нам еще осталось, да. Так, она скушала, и теперь... Ой, на свою собаку легла. Бедная собака. Еще маленькая совсем. О, господи. Как же мне теперь собачку сожрали. И, кстати, ей 2 годика. Если вы хотите увидеть мой ТикТок, у него там название Варя. И также там картинка с лазюшкой. С собакой. Короче, там вы посмотрите видео и, возможно, увидите с моей собачкой. Вы увидите, думаю, только если просмотреть все мои видюшки. И сегодня я сниму, кстати, новый ролик. Поэтому заходите на мой канал, и тогда увидите там... Происходит, а я пока что... Ай-яй-яй-яй, поплыл. Так, жена наша пусть ест. Ты чё, кушай? Она у нас нервирует. А пока тут возле быка полежу. Ладно, я сейчас не жрала, на самом деле.
Короче, я сдохла. Ну, что тут делать? Короче, сейчас она поест. Короче, если мы наберем с вами где-то, ну, 2 лайка, то тогда я сниму продолжение. 2 лайка, потому что я всего второе видео снимаю. А если я уже вот 1000 видео сниму, то 1000 лайков продолжение. Так, какой у нее опыт? Нам осталось, да, 6000. Ну, сейчас я поставлю на паузу. И все произойдет, короче. Короче, ребят, я решила. С уверенностью скажу, что мы сейчас пойдем, ну, в онлайн игру. Так. Друзья, о. Ага, понятно. Ну, тогда просто быстрая игра. Сейчас я найду себе друзей и, ну, простите, что я сейчас играю в онлайн, ну, простите уж. Сейчас они мне помогут побить босса, и тогда прибавится опыт моей жене. Ага, сейчас. Так. Сейчас мы как раз таки в чат напишем. Так, написала, кто со мной убивать босса, пиши я. Yeah.
понятно. Ребят, короче, наткнули. Я перестал говорить, потому что я писала и задумалась. Ну, короче, продолжаем. Если вы примотали, ну, простите. Сейчас мы будем развиваться. Давай, что ли? Первый, о, одежда. Дальше. Действует дубликат. Дальше. Я говорю только про самое интересное. О, легендарный эликсир. Дальше. Эликсир редкий ему, да. Понятно. Теперь вот тебе повысим уровень. Все, повысили. Теперь у нас намного больше здоровья. Теперь убьем быка. Ай-яй-яй-яй-яй. Все готово. Бык победен. Yes. Один. Я тоже немножко покушу. Один раз всего. Один там 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 там. Еще осталось 5000. Ну, поменьше, прям на чуточку. Теперь еще побольше времени. Допустим, опять быка. Вот он, прогуливается. Я вам еще не показала это легко. Короче, если у вас много спот, то вы можете прыгать. Точнее, бегать. И тогда, ну, короче, вы победите без всякого. Ути-пути-пути, Лазочка. Кстати, мою собаку так зовут. Лазочку, ня-ня-ня-ня-ня. Так. Как это тут? А, кстати, у нее порода ёшкин стерьер какой-то. Ну, еще 5 убьём, давай. Вот такой такой. Та-та-та. Ага, не добавить. Идет загрузка. О, получается еще 2000 еще. А вот этих маленьких купьем. Ну, дают так для детей неплохо. Это вот возьму и переверну. Ешь. Так, 80.
Осталось только 9000. Точнее, еще 9 и 10 тысяч будет, да. Все. Есть. Сколько? Не худо, конечно. Не худо, конечно, осталось, но да. Точнее, немного осталось, но... Нам надо отыскать большую пищу. Вот тут только мелкие пищи. Ну ладно, хотя бы больше. Чтобы она, чтобы вот этот не пропал. Давай-ка. Сколько минут у нас осталось? А я не вижу, сколько у нас осталось. Давай, третий разок. Вот так. А нет, четвертый был разок. Так, да, 9000 уже есть. Так, сейчас посмотрим. Блин, чуть-чуть осталось. Идем вон туда вот. Убиваем одного бельчонка, и ей этого хватит. Okay. О. Вот видишь, ей этого хватит. Спать. Родился детеныш, ему нужна еда, он пока не может выйти из логова. Так, Микки. Все, Микки есть. Вот такой скин. Одежда вот такая. Головной убор вот такой. Глаза такие синие, легендарные. Жалко, я сейчас за него выйти, вот так не могу. Это очень хочется. Первый этап. Сейчас я пойду искать ему еду. Так, что вы ему принести? А, ну ему, допустим, башка. Можно нести только маленькую еду. Или вот эти. Ну, только одна, я их не донесу. Поэтому вот туда. Вот так вот. Возвращаемся. Маленький сыночек ест. Так, ему прибавляется 10 оп. А, да. Что будет, что было? Пыль в глаза опускаю.
пошли, они вот сюда есть. Нет, это не я. Это сын. Я вот любила эту рекламу. Всех зажирает. 15. А сейчас 25. Что ж. Сейчас так она повысила. Ой, да господи. Не то извини, но не получила. Так, допустим, его отнесем. Так, возвращаемся домой. Так, он ест наш сок. Так, ему прибавилось сразу 40 опыта. Ну, точнее, сделка 40 опыта. Угу. Чё за... Пятьдесят пять. Сейчас мне надо прокачать своего питомца. Так, это вот эту штуку прочитать, что вот этого вот прокачать мне надо. Семья. Вот так вот. Ну, в принципе, все. Господи, какой вот этот вот красавчик милаха. Какая-то девочка или мальчик. Да. Да. Стоп, у меня получен уровень. Так, надо поспать. Я тоже утро наступило. Все, утро наступило. Утром рядом с сыном поспала. Идеально. Так, мне надо такого крупненького за 4 вот укуса. А, ну ладно, и такая пойдет добыча. Отнесем и добыть.
Угу. 7. Угу. Вау. Так нам только мелких ему приносить. Ага, вот такой пойдет. Да я. Сколько опыта? 90. 7. Теперь. Приносим ему еще одного за 4 опыта. И как раз таки мы выполним задание. Как же жаль, что наш сын не может еще пока что выйти. А, его типа никто из семьи не ест. Понятно. Так. А, стоп. Не понял. А чё малый не жрёт? Не понял вообще ничего. Ладно. Ну да. А, туда пущу сына. Ну. И главное меню. Сейчас произойдем. Один икрок, дикие степи. Ну-ка, смотри ко мне. Ты сейчас не будешь мне выходить? О, вышел. Подбираю. Что-то в воздухе застал. Я вообще ничего не понял. А тут можно найти? А, нет, нельзя. Понятно. А вот тут можно тебя подобрать. Тебя подобрать нельзя, понятно. Один, два, три, давай, 4. Ну мы так быстро сейчас его до третьего уровня доведем. О, оленину сейчас будет есть. Дождемся сначала их. А, давай, не хватит. Быстро как получилось.
Давай. 5 раз он может вырасти. А бык, он меньше, а почему его 6 тогда можно съесть? Господи! Сколько тебе? О, 42. Теперь убьем еще одну альмину. Редкий скин. Поздравляем, спасибо за поздравление. Блин. Давай. Где наш малыш? Ешь оленину. Ешь, ешь, ты мне еще спасибо говоришь. Так, сколько тебе? Господи, сколько же тут реклам, блин. Вот так ставь. Где он там? Давай есть. Вот. Одного беру. Пусть еще живет. Давай ешь. Вот ты тут. Ишь, мама, ишь. И вот вторую. Сколько у него опыта? 74. Теперь 77. Нам нужен бык. И лиса. О, как раз лиса. Тихо, передуха. Так, пусть ест. 98 и... 99 и... Тебе не хватило 1%. Я понял тебя. Я тебя понял. Маленькую не дальше им хватит на сегодня. А че копачек? Пучку попытай. И вот сразу реклама выскакивает самый интересный момент. Играть. Вауч. Теперь наконец-то мы можем зайти в онлайн. Как я долго этого ждала. Онлайн.
что же, давайте быстренько. Thank you.
Thank you.
Ну, ребята, простите, что я молчу, но я просто пишу, да. Поэтому лучше читайте мои вот эти.
подписчики, как вы понимаете, я не разговариваю, потому что, ну, я пишу. Если вы возмущаетесь, то простите.